Завтра приступит к работе комиссия по ликвидации бывшей партии ШОР. Приказ о создании комиссии опубликован в официальном вестнике. Об этом сообщает Министерство юстиции. Ликвидационной комиссии партии, объявленной неконституционной, агентством публичных услуг предложено начать процедуру ликвидации этой партии с государственного реестра юридических лиц, а также сообщить агентству имена лиц, заявленных в качестве ликвидаторов. После прекращения деятельности партии ее имущество на правах бесплатного пользования в собственность государства. Команда будет состоять из 7 человек, представителей налоговой службы, Центра избиркома, МВД, а также юристов. Согласно закону, эта комиссия будет отвечать за проведение необходимых действий по ликвидации политической партии, признанной неконституционной. Напоминаем, что 19 июня Конституционный суд удовлетворил обращение правительства и признал неконституционной политическую партию ШОР на том основании, что это политформирование противоречит принципам верховенства закона, суверенитета и независимости Республики Молдова. Представители бывшей партии все обвинения отрицают.